Что касается Дженнифер Псаки, там девушек других, которые выходят в эфир, вот говорят, что блондинки там, да, вот говорят, что блондинки там что-то, так сказать, не отличаются умом, но Псаки рыжий цвет волос, и, в общем-то, ну, казалось бы, наверное, должна быть поумнее. Мне кажется, что Соединенным Штатам удобно выставлять вот таких вот персонажей комедийных, комментировать происходящее в России и в Украине. Им это нравится, и то, что вот такая вот дурочка, я просто не помню этого слова, именно дурочка выходит, так сказать, в эфир и пытается что-то комментировать, это просто, честно говоря, сначала действительно у меня глаза так расширялись, и, так сказать, я когда наблюдала за всем этим, просто когда человек не знает элементарных там терминов каких-то, и, так сказать, читает просто по бумажке и не может никак прокомментировать, ей задают вопросы, просто, так сказать, люди ее, сидящие там на конференции, скажем так, в зале, они просто пытаются ее экзаменовать, и она в итоге не знает, что ответить, да, потому что просто тупо читает по бумажке какие-то вещи, которые ей, так сказать, дают, просто как студентка. Даже, мне кажется, студенты бы этого, ну, как-то были бы более квалифицированно, так сказать, отвечали на вопросы. Я так думаю, что это продуманный шаг Соединенных Штатов, им это удобно. Вот когда такая дурочка просто, так сказать, делает большие глаза и делает вид, что она просто не понимает, о чем идет речь.